При жизни у диктора сложились напряженные отношения с дочерью Анной и сыном Всеволодом. Так получилось, что 10 лет назад наследник Игоря Кириллова трагически ушел из жизни, так и не обсудив с отцом семейные проблемы. В курсе семейных неурядиц Игоря Леонидовича был его коллега, диктор Евгений Кочергин. Он пришел на похороны Кириллова и рассказал журналистам о личных проблемах ныне покойного друга. По словам Кочергина, Игорь Леонидович был не согласен с выбором супруги наследника, поэтому связь между звездным отцом и его сыном оборвалась на долгие годы. «Я думаю, Игорь простил его перед смертью, перед вечностью», – признался Кочергин. Дочь Игоря Кириллова проживает в Германии. Анна так и не смогла проститься с папой. По этому поводу очень переживает Ангелина Вовк, близко дружившая с ведущим. «Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, нет внуков, но они далеко. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все. Думаю, что Господь простит нам все грехи», – поделилась 79-летняя Ангелина Михайловна, провожая коллегу в последний путь.